Еще раз и еще раз советую вам сажать на своем огороде темноплодные, черноплодные томаты. Они бывают как мелкого вида, так и мяса темного цвета. Вкус у них отличается от красноплодных сладостью, вкус. Тем самым вы можете их не только использовать для приготовления салатов, но их еще можно жарить, темноплодные томаты. И из них я советую томат черный кот, раннеспелый, томат негритенок, black cherry, томат микадо черный и томат голубая лагуна. Эти сорта имеют ароматную, нежную, сахаристую мякоть. Они необычайно урожайные и обеспечивают болезнеустойчивость, легкость и полезные свойства.